Привет, дорогие мои друзья! Примерно год назад на AliExpress нашел автоматический блок выдвижных розеток с сенсорным управлением, но из-за высокой стоимости не стал его заказывать тогда. Сейчас, спустя год, если сложить стоимость доставки плюс товар тогда и стоимость доставки плюс товар сейчас, получается, сейчас этот товар стоит на $131 дешевле. На сегодняшний день за 131 бакс можно купить 6 комплектов обычных выдвижных механических розеток. 6 комплектов и только лишь на разницу в цене, представляете? А в этой посылке находится один, единственный комплект автоматических выдвижных розеток. И даже несмотря на такую большую скидку, вы думаете, он стал доступным? Возможно, для кого-то и стал, но мне он кажется по-прежнему очень дорогим. В комплекте кабель питания, 3 жилы, 1 квадратный миллиметр каждая, инструкция на английском языке с картинками, ну и конечно же сам блок розеток. Верхняя часть корпуса блока пластиковая, тело блока алюминиевое. Под стол будет выступать на 430 мм за минусом ширины столешницы. По инструкции установочное отверстие 100 мм. То есть сверлим отверстие, вставляем в него блок и закручиваем пластиковую гайку. После подачи питания для активации держим сенсор 3 секунды нажатым. Включается подсветка, правда при ярком свете ее не особо заметно, но стоит приглушить свет, мы видим ее неравномерность. Скорее всего, это как обычно мне не повезло, а в других экземплярах будет все хорошо. Но наверняка сказать сложно. В любом случае спор открою, попробую вернуть немножко деньжат. Считаю, за такую цену тут вообще все должно идеально светиться. Пожалуй, единственный негативный момент, все остальное мне действительно понравилось. Нажимаем сенсор, блок выдвигается, выдвижная часть выполнена, как и корпус самого блока, из алюминия. Тут 3 розетки, какие они будут по типу, вы можете выбрать в опциях у продавца, а также есть 2 USB разъема. Суммарный ток на USB 4 ампера. Для забывчивых предусмотрена система защиты, и даже если вы не выключили кабель из USB разъема, будьте уверены, при закрытии блока он не сломается. Остановка реализована очень мягко, а сам блок можно выдвинуть на любую высоту. Блок розеток временно установим в распаковочный стол, ну а в будущем он переедет в кухню умного дома Xiaomi, когда тот достроится. Стол выполнен из фанеры, но портить его будем уставшей коронкой на 102 мм. Детским выжигателем, наверное, отверстие сделать получится быстрее, чем этой коронкой. Минут 10 помучившись, результат все же достигнут, а теперь берем аккумуляторный пылесос Xiaomi и прибираем. А, не знаете, что это такое? Тогда смотрите видео, ссылка на него будет в завершающем окне. Ну что сказать в заключении, блок розеток, как видите, прикольный, чего не скажешь о его стоимости. У продавца, кстати, доступно много различных интересных розеток, под компьютеры, под видео, под аудио. Ссылку на продавца оставлю в описании, уверен, многим его товары пригодятся. На этом, друзья мои, у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь, добра вам всем, удачи, позитива, хорошего настроения, пока-пока.